антиреклама номер два. Вот. Ну, на самом деле, ну, бывают разные моменты, конечно. Но вот те, кто больше всего как бы меня расстроили, люди, вот о них я не хочу сказать, как бы, чтобы вы не попадались. У нас недавно начал течь унитаз. Ну, протекать, вернее, там, где вот этот вот, от унитаза идет вот эта труба, вот, там прохудилась прокладка, и там начало чуть подтекать. Ну, естественно, мы же вызвали сантехника. Долго мы не стали искать, просто нам в почтовый ящик вкинули рекламу, что так и так, типа там, приезжаем чуть ли не за час, самый лучший сантехник, в общем, все дела. Вот, ну, мы подумали, ну, блин, ну, неужели нужно какого-то гуру искать, чтобы починить унитаз? В общем, ну, мы позвонили, не стали париться, что-то там узнавать. К нам приехали один такой пожилой мужчина и с молодым. Вот. Ну, чинили они там, разбирались с этим унитазом, раскручивали. Вот, нам еще, конечно, было их жаль, потому что, ну, блин, ну, работа не из приятных, то есть ты лицом в унитаз работаешь, туда, куда, блин, кто-то ходит, как бы, ну, не очень, да, и нам их так искренне было жалко, муж в конце им еще и на чай оставил, вот, они там что-то чинили, в общем, насрали мне в этом туалете. Вот, я вымывала весь этот силикон по туалету, вот, грязное все было, потом я не поняла, в какой момент, как бы, вроде бы рядом была, они то ли бачок мыли у меня в ванной, то есть мне, то есть, ну, ситуация-то не понравилась, потому что какая-то ржавчина у меня была в самой ванной, то есть я еще после них и ванную мыла, а они что, не разбываются, ходят обуты, ну, такое, ну, коврик поменяла, в общем, после них и все. Они уехали, ну, вроде бы нормально поговорили, все, они рассказали, что да, там прокладки прохудились, они их поменяли вот эту целую трубу, вот, которая идет в канализацию. В общем, я начинаю мыть, и я смотрю, что вот бачок, который вот прикрепляется к унитазу, вот с этого шурупа, ну, капает. И накапало, так лужится. Ну, блин, я позвала мужа, он говорит, ну что, надо им звонить. Я говорю, ну, может, слушай, говорю, новое пока позакручивали. Может, давай понаблюдаем, как оно будет уже завтра. Ну, в общем, я договорила, наверное, зря. Вот, потому что, ну, не наверное, а зря. И зря договорила, потому что на следующий день начала капать еще в одном месте. Уже вверху, где вода поступает в бачок. Хотя бачок у нас был не проблемный, с него ничего не текло. Вот. Но после их ремонта стал текти бачок. То есть там они вроде как починили, а бачок стал течь. То есть, ну, я так понимаю, они там недоприкручивали прокладок, там, в общем, еще что-то. Потому что, ну, чего-то там, по-моему, не хватало. Вот, и муж позвонил, сказал, что так и так, вот, после вашего ремонта, а отвечают на телефонный звонок не они, а ну, кто-то, кто ответственный, в общем, за это, администратор. Он сказал, да, хорошо, но только сегодня у нас прям вот все-все-все занято, вот вообще не можем к вам приехать, завтра на 11, может, слушайте, у меня течет там. Ну как это завтра на 11? А что мы целые сутки будем делать? Ладно. И тут через 5 минут приходит смс. От них уже не звонят. Что, типа, а мы все починили нормально. Все там силиконом замазали. Хотя я говорю, ну, не знаю, что они замазали силиконом. Ну, кафель я мыла от силикона после них. И сам унитаз, и бачок, и все было в силиконе. Вот. То есть, если что-то капает, то это уже не наша проблема. Это вам надо, значит, менять, в общем, все, всю керамику, весь унитаз. В общем, значит, что-то там треснутое, в общем.
Ну и все. Муж начинает звонить, трубку не берут. Потом он опять звонит, а уже дозвониться не может туда. То есть его поставили в черный список. То есть, ну вот так вот. Такая ситуация сложилась. Ну, вызвали мы другого сантехника, пришел мужчина, рассказали ситуацию. Вот, он, ну, тут уже муж посмотрел в интернете по отзывам, в общем, что у них и сайт, и вроде как все нормально. Вот, приехал и сделал, и до сих пор, как бы, у нас порядок с унитазом. Так что крайне не рекомендую, если вы видите у себя в почтовом ящике или вот эти расклеенные объявления там про сантехников. Я думаю, это, наверное, они и есть, а может и другие, но, скажем так, успешная фирма, наверное, не будет клеить по столбам и раскидывать в ящики и не улетки, а вот просто вот, ну, распечатано на принтере, разрезано, и такие маленькие тоненькие бумажки. Вот. Поэтому таких я крайне не рекомендую. Если вам действительно нужно, чтобы вам что-то починили, то уже вызывайте проверенных людей. Так что вот так вот. Вот. Вторая у нас такая ситуация, скажем так, антиреклама, потому что это буквально вот недавно случилось у нас с этими сантехниками. Я просто в шоке была. Ну вот как можно вот так вот через жопу, извините, делать? То есть вы уже пришли, вы уже сделали это, прикрутите вы уже нормально этот бачок. Они там, по-моему, просто там внутри какая-то пластмасска треснула, они, видимо, когда крутили это. И они, когда вот эта трубка заходит в бачок, они ее просто не, да, ну, они там прокладку не поставили. Естественно, ну, там выкапывало. Ну, как-то так. И вот так вот ответили. То есть они проблему не решили. Они послали нас куда подальше и поставили в черный список. Вот и все. Так что еще раз повторюсь. Если вам что-то нужно починить, выбирайте проверенных людей. Потому что вот так вот просто сразу обум кинули в почтовый ящик, ну, наверное, ничего хорошего в почтовый ящик вам не кинут. Делайте выводы.